Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха. Это игра War Robots. Всех приветствую. Хочу сразу выразить благодарность Андрею Андреевичу за донат на стриме последнем. 500 рублей. Спасибо большое. Вашими донатами только сыты мы едины. Вот и все. Большое спасибо, ребята, кто подписался на Boosty. Тоже большое вам спасибо. Какой-то заработок за месяц есть. И то хорошо, ребята. Итак, что у нас сегодня в игре? Зашел я в игру после рабочего дня, 18 часов 8 минут, марафон подарков, день 5, 14, вот ваш подарок, возвращайтесь завтра за новые награды, дают пилота. Пилот этот, по сути, никому не нужен, он на Скорпиона. Но хотя вот Скорпиона дали, вот он на этого Скорпиона, но кому нужен этот пилот, когда на Скорпионе мало кто играет? Дают, короче, то, что не нужно. И заставляют на этом играть. Говорят, что типа это хорошо. 1400 Д куба за 400 Д блоков. Значит, масле после закрытия, масле масляное. Значит, смотрим сюда. Тут у нас микросхемы и кестрела дают. Но прокачать надо 900 кестрелов. Ой, 900 микросхем со скидкой в 10%. А так 1000 отдай. 400 Д-кубов, ребята, вот так вот. То есть, по сути, можно сказать, что в целом стоит кестрел, значит, 360 рублей с микросхемами. Это примерно за пару тысяч, если с такими скидками можно прокачать. Раньше было один к одному, 10 тысяч рублей. Даю, значит, фиолетовых блоков за 700 Д-кубов. А что выпадает у нас в фиолетовых блоках? В фиолетовых блоках может выпасть, значит, легендарные награды, такие как, значит, вот этот вот парень, Янди Шенлоу, значит, вот это вот тоже, Курей. И я таки думаю, ребята, давайте за 700 декубов купим 8 фиолетовых, значит. Да что декубы-то, ребята, подарили, вот так вот. Спасибо большое. И сейчас мы с вами откроем, значит, и посмотрим. Вот здесь фиолетовый декуб золотой. Тут уж точно выпадает что-то такое, что-то одно из двух. Но он всего лишь один. О. А мы сейчас будем 8 открывать. Так, тут у нас уже не хватает Д-кубов. Ну что ж, ребята мои дорогие, давайте посмотрим, что же у нас там, значит, выпадает в этих Д-кубах. Ой, в этих, значит, жетонах. 8 жетонов. Вот так красиво анимация выглядит. Давайте один жетон откроем. И полетело. Значит, 500 деталей. Бах, 1000 деталей Курия выпало. Представляете, 1000 деталей Курия выпало. Но давайте сходим в бой и посмотрим после боя, что нам выпадет. Потому что я думаю, что все-таки, если открывать сразу, то будет очень как бы печально. На самом деле. Ничего не выпадет. А вот если после каждого боя открывать, я думаю, будет прям очень шоколадно. Сейчас, значит, мы сбавим, значит, звук, потому что меня будет не слышно. Это я в мире танков звук включаю на всю. Шум двигателя, выстрел. Ребята, это просто шикарно. Житомирский, значит, у нас попадается Будённый против нас. Значит, заноза. Занупа, да, хотел сказать занупа. Но все-таки это заноза. Заноза. Татарин. Садовник. Садовник, господа, это садовник. И сейчас я думаю, что он взлетает. Ух, братан, куда ты полетел, Япона, мама? А ведь тебе же надо куда-то садиться. И ты же уже знаешь, куда ты сядешь. Братюля. Ух ты, ёпсель, нифига себе татарин. Вот он татарин, господа, вот он. Хера братушку лупит. Хорошие у него три пушки, но татарин умер. Ах ты, ёб твой, татарин. Одну пухану ему только вылупил. Типа мать. Ну, давайте, ребят, сейчас подлечим себя. Татарина, значит, потяни, ловим. И один на один с татарином. Вот кто кого, давайте. А! Боекомплекта не хватило, татарина одна пушка тоже не хватать. Убивать, убивать, братуха, татарина. Да, да, шикарно, бля, мне нравится. Обалденно. Ну и сейчас тут тоже подкидываем. Такую хрень, короче, тут
Мародеры, житомеры всякие тут. Монтара прям на меня прут с глазиком, блядь. Ну, понятное дело. Не без этого. На кого вывести-то? Все. По сути-то выводить некого. Ёкарно на баба, один Диметр. Ой, как его этот? Диметр. Этот, как его, блин? Тагун остался. И все. Ну и Шел, по сути. Значит, Житомир у нас так получается взлетает на Офиуне. Мы его будем сейчас гасить, да? А хрен там, Татарин. Татарина будем гасить, вот он. Чпок Татарина. Ну и Житомира. И Житомира бы я сейчас тоже бы чпоканул бы. Но, к сожалению, блин, к сожалению, взлетели они. Опа! Нормально слили так. Порзали они взлетели. И братуха отступает. Братуха такие. Отступает. Вот здесь кто-то сейчас будет наступать. Да, там. Бежит татарин, да, татарин, еще кто-то бежит. Житомир, так, житомир, татарин. Так, тут летающий, у нас тут Офион есть. Это не Офион, это кто-то хрен знает пойми, но мы его застанем. Офион, да, по хвосту видно. Застанили, теперь парень никуда не денется. Нужно, по сути, его гасить. А он заныкался, бля, взлететь успел. Так, ай, татарин, братушку не щадит. Ну, татарин, давай. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Полетел татарин на базу. Офион, ребята, чуть-чуть подзалупило Офиона маленько. Да, чуть-чуть лагануло. Это Житомир. Житомир, господа, сейчас застанем Житомиром. И хуяк, ассистас, ребята. Да, братанчики, вот такие вот пироги. Это татарин. Татарин, это со своим вот этим вот, да, Сирио, как там, это, Рук, да, а там Житомирский, на этом, да, вижу. Ну что, стоим пока на догуне, слабаки вывели своих титанов, лошары, а братуха стоит на догуне, блядь, на догуне стоять надо! Кстати, тоже лучше вывести титана, потому что дадут за вывод титана очки чести. Ну и, в принципе, все, ребят, победили, и все. Вообще просто стыдуха у пацанов, галимая. Не смогли победить братуха. Лошары. Да, лошары. Warrobots Remastered. 399 тысяч, это говорит о том, что я занял 5-е место, ни хрена не настрелял. Взводом играли парнишки против взвода парнишек. В общем, одна заноза смогла что-то там добиться, каких-то результатов. На вот эти лупоздрени хуже вселенной всей, блядь. Это я на одном догуне-то там поиграл-то, ёпта, 1 600 000 набил. А эти парни там, ох, летали на Офионах, там страх нагоняли, титана взяли и все, обдрестались. Давайте, ребята, посмотрим, что у нас тут опять в новостях. Они хрена, пилоты дают 150 лямов, там туда-сюда. А дегубов уже все, тютюлечки. Что у нас, значит, в следующей карте выпадает? Следующая карта приносит нам... Вы не поверите! Аж на целых 500 деталей! 500 деталей! А, 1000 деталей! Очи-кочи! 1000 деталей! Очи-кочи! Здорово, блядь. Еще по 1000 деталей 6 раз будет в самый раз. Только, к сожалению, не получится. Надо таких 60 деталей открыть. Так, завоеватель. Что-то мы тут, значит, получили. Вот сюда надо нажать. Используя орбитальный удар в бою. Ах, ни хрена себе. 97-100. Охренеть. Используем обязательно. Ну что ж, следующий бой на смерть, господа. В атаку. Вперед! Линкс. Да, как вы поняли, братуха... Не гонится за своими титанами, для того, чтобы там пойти всех отпыздить. Братуха и так на маленьких роботах получает удовольствие, играя. Пыздить вот этого шаробота надо пыздить. Пыздить вот этого Зуса пиздить надо. Мешает играть Зус. Зус мешает. Так, злой монах против нас. Андрюсь. Импонтерт. И импотент. Импотент Рейдж. МГЗ и Вар 69. Побежал, значит, у нас баран вперед. Козявка прилипла тут. Так, козявка. Ой, в смысле, баран в атаку побежал. Маяк, главное маяк захватить.
козявка, бля, прилипла, ёпся. Какая вкусная. Так, и дальше у нас чемпион. Опа, в инвиз я ушел, потому что по мне сейчас атаку вели. Ужасно. Это... печально, блядь. Шаробот, долбоёб. Ёпты. Андрус. Мне послышалось, что это Анус. Ну, хренус. Пусть будет Андрус. Блядь, опять он меня застанил. Какой-то такой сильный хер, короче. Херак, блядь. И убили его. Шикарно, блядь. Круал Англер идет в атаку. Фух, налево. А там импотент. Импотент. Импотент пытается что-то... Опять козявка. Да и все вообще козявки. Импотент. О, не, у этого импотента ничего не получится. Ну, недаром, недаром, да. Выбрал себе такое прозвище. Призвище. Ля-ля-ля. Зеус. Ну что, вперед идем. Что-то как-то вот прям очень плохо противник играет. Вяло как-то, вяло вообще. В атаку не идет, не наглеет. Сидит на базе, что-то ждет там, не знаю. С моря погоды, ё-моё, ждет, блядь. В натуре. Хоба! Суперудар по братухе, хуй нарыло. Мимо! Ха-ха-ха. У меня есть такая способность Астралус. Импотентус доебался до братухус. Что-то странная хуйня. Рано, рано, мне 41 год, братанус. Братанус, хуянус, блядь, ты чего нахуй? А, там хуянус Андрунус. Импотентус хуйбентус, блядь. Хуелтус ты, блядь, вообще, со своими пуханами. Человек-то бы свои вот этим тоже вот хотел бы как-то в свое время прокачать, но не прокачал. Потому что лагало жутко в ближнем бою, блядь. Сейчас-то можно было бы прокачать акустику. Повесить ее на, значит, на какого-нибудь робота такого пиздатого. Ох, нихуя, импотент, блядь. Прямо перекрыл, сука, своим хуем. Этого злого монаха! Ебать, колотить! Злой монах! Злой монах! Хуяк, братуху, и не получилось дернуть! Сейчас, монах, добегу, блядь! Пушки твои парализую! А нет, хуй! Хуй нарыло! У нас... Ангера по нерфили, господа! Давайте Димитросом! Димитросом, Диметр, давай! Куда? О! Вот этого парня будем сейчас лечить, вот этого! Хуй нарыло. Не поехали. Не полетели. Не телепортировались. А, вар 6 на 9. Работает он. 6 на 9. 9 дней в неделю, блядь. Чё мои тараны могут с ним сделать? А нихуя, ребята. Нихуя. Нихуя. Я, такое ощущение, я по нему стреляю, он лечится, блядь, от моих патронов. Еще один супер удар, блядь. Хуяк! И меня накрыло. Пиздарики мне. Бонусы. Не, я пытаюсь бить, там еще парень сверху хуярит. И вроде как так ничего так жив остался. Благодаря своей способности. Горю весь, прям горю. Нихуя, 10 секунд мне нельзя лечиться, блядь. Полный катастрофус. А теперь можно. И сейчас такая залупень Антедандрусом могла прилететь. На 200 тысяч хп. И опа, Титана. Ребят, сейчас будем лечить Титана. Ну, правда, у Диметра... лечилка слабая, блядь, маленькая такая, на 5 сантиметров, да, там вообще пиздец, даже импотент, блядь, завидует, ёпчель-мопчель. Давай, и это в свое время, как бы, лечить можно было дохуя вот Диметром, а сейчас это по меркам новой технологии разработчиков, которые понапихали в игру, это все это пыль, лечение там 40 тысяч. Ох ты, ебать, кто-то взлетел. Импотентус поднялся на небывалый уровень. Вот это да, ребята, вот это номер, блядь. Я чуть не помер, блядь. Охренеть, Импотентус, ты сделал этот вечер, ёкарный бабаюс. Что, куда, ребята, телепортнуться, кому помочь? Ох, туда телепортнемся и... Ууу, шикарно, Диметр, летающий робот. Вот, все, подлечил сразу бахом. И накинулся на злого монаха, блядь. Монах в нашем прицеле появился со статусом легендарный. Чё ты легендарный-то, блядь? Ты чё, таких легендарных, блядь, 99,9%. Знаешь, почему 99,9%? Потому что братуха, блядь, ваши статусы не вешает. Ибо они лоховские, лохозаровские. Дебильные статусы, просто обалдеть. О, чё-то у меня тут сиськи какие-то. Так, нет, мы тут не про сиськи, мы тут так скрины, так, о, скриншотики оставляю. Ах ты, ёпты, блядь. Ну ладно, нихера себе. Ладно, в эту папку с сиськами. Так, и что у нас?
629 тысяч, 2 ляма 439, команда победила, братуха на втором месте, хотя 2 ляма 400, обскакал дату писю. Но противник играл в меньшинстве, а Кинг проебал, он не захотел биться, блядь, а слабак сыканул, сыкло, сыкуля. Бонусное задание мы выполнили, 200 ключей, нихуя, побежали открывать, 200 ключей, это же много, блядь. А где мы там откроем? О, мы тут по 500 откроем, бах, и Маркс выпал, блядь, еще 4 карточки сверху. Шиндерах, Шиндерах, опа, Оливер, бля, выпал, Аш выпал, Виктор Б, блядь, выпал. А вы знаете, кто такой Аш, ёпты, выпал, и Василиса Максимова выпала. А знаете, кто такой Аш? Аш — это как раз вот та хуйня, которую на Скорпиона нам дали бесплатно, блядь. Он выпадает как грязь, как мусор в этой игре, блядь. У меня этих Ашев уже, наверное, полсотни. А разработчики решили дать его на халяву. Держи еще, братуха, блядь, одного долбоеба бесплатно тебе в ангар, блядь, полы мыть. Статус горит, красный, что за хуйня? Опять завоеватель. А, понятно, орбиталочку въебал, что-то, блядь. Ну, давайте, поехали дальше. О, стонаны, поставка блоков, господа. Открываем, открываем. И выпадает очередная Залупениус. 1000 деталей Драгунуса. Драгунуса 1000 деталей, которые у меня, кстати, Драгун есть. Но если бы был у меня еще один Драгун, я бы на него Магнума, блядь, повесил бы. Вот еблан ебланский, ну точно бы повесил бы на него Магнума. Давайте посмотрим по деталям, что же у нас тут по деталям есть. Итак, по роботам Линкса можно еще одного собрать, прокачать и гонять на Линксе, блядь, какими-нибудь дробашами волшебными. Офиона у нас 8500, Дагуна у нас 3500, Очакочи 3500 и, в принципе, уже все. Дальше смотреть нет смысла. По оружию что у нас? Тыкалки. Тыкалки на первом месте, но, как вы понимаете, блядь, они нахуй не нужны. Ну и все остальное тоже, ребята, вот Кестес. Лабрус. По одной пушке можно собрать. Это что у нас лабрус там? Тяжелое оружие. А есть у меня еще один такой лабрус? О, вопрос. Тяжелое оружие, но одно. И... А, это КСТС. Так, а лабрус? Среднее оружие 0. Так, получается лабрус. Лабрус. Тарам-пам-пам. Лабрус у нас есть. А хорошее ли оружие лабрус, господа? Фридом Хуимер, так, Пиндимер, Ламбрамер, Хуйбламер, так, Кестас. Вот, Кестас, у нас есть один Кестас. А что за Кестас-то? Я так и не помню, блин. Короче, интересная хуйня, господа, Кестас. Можно прокачать два Кестаса. А что за Кестас? Так, так, так. И на Орочи, блядь, повесить Кестус. А как вы думаете? Ох вы, ребята, блядь, что-то охуите. Кестус. И пойдем получим еще Кестус. Парамс. Парамс. И так, смотрим, Кестус. Окей, получаем Парамс. Ну, заодно давайте Лабрус получим. Заебись. И Риппер один получим. Так. Дальше. Кестус. Кестус. У нас теперь будет два Кестуса. Эх, пленач. Нет кредитов. Блин, ребят, прокачал бы, блядь, Кестуса, а бы на Ороче. Обалдеть. Обалдеть. Это, наверное, какие-то дробаши красные, да? Так, что это я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть частный бой, как они прыгают там. Как он стреляет, этот Кестус. Да, это потому что названия мне ничего не дают, я их не изучаю, потому что когда они у меня появляются, их уже нерфят, блядь. Так, итак, Кестус это у нас что? Нормальное оружие или чё, блядь? Понятно. Выйти из боя.
А там у нас получается и улучшение быстрее, и ускорение быстрее. Ёкарный бабай. Ох. Было бы кредитов. Да хрена, серебра. Прокачал бы, а чего нет-то? 40% скидка. Да, я не знаю, короче, блядь, что делать. Приглашение во взвод было. Да ну нахуй. Ну что, давайте, ребята, пойдем в бой на смерть. Ю-ху! Режим боя превосходства. Так, и в первый у нас, значит, линкс берем. Я просто хрен знает, надо идти посмотреть после боя, значит, на ребаланс. Какое оружие у нас там будет понерфено. По сути, в обновлении. Так, спрятались. Или уже было понерфено. Забрали. Маячок, оба-на! Против нас играет Мир вам, Ахахмат Махмат, Кабархак, Человек-невидимка и Энтом Бемтом. Что-то там. Пиздек готово нам. Подходи, братане. Пиздюли бесплатно, абсолютно. Хуба, личинка. И Энтоменемендо. А вот это баран, вот это серьезная сила, блядь, которая выталкивает, блядь, навоз со всех щелей. И оп. Хуя, блядь, он полробота теперь будет умирать, пиздец. И ничем ты не остановишь эту хуеботу. И опа. Лечиться не можешь. Какая беда, блядь. И почти убил. Хуяк, лечение. Обалденно, блядь. Вот эта курица висит тут наверху, блядь. Хрена петух. Взял маячок, захватил. Гандонус. Ха-ха-ха. Давайте дальше. Вперед. Вперед и только на смерть. Забрали маячок и побежали вон ту нынду бить. Ну, тоже на баране, черепах. Ух. Бьем, бьем всей толпой, я толку. Возьмем автоприцел. Ручной прицел. Баранов как собак нерезанных, блин. Убейте эту мразь. Отлично. Забираем, забираем маячок. И к нам кто-то там прется. Лечение. Отлично. Давай, как меня здорово поднял этот придурок. Вообще пиздец, идиот. Спасибо тебе большое, Лупис, блин. Поднял так поднял. Пытается хуй маяк забрать. А ведь заберет. Нет, не забрал. Хрен ему нарыва. Спускаемся вниз, а то нас сейчас точно поднимут и чпокнут. Чпокнут и поднимут. Поднимут и чпокнут. Вперед, Гюрза. Йоу, Гюрза в атаку. На смерть. 78 тысяч. Оба. Я пропустил лечение. А кто у нас там? Ага. Сивка-бурка. Кожаная хуюрка. Так, зацепились хуем, зацепились. Не поднимет, не поднимет. Не поднимешь. Не поднял. Потому что надо хуем цепляться лучше. Мир вам. Мир, хуй мамир тебе, ёпты. Не, что-то мне какую-то пизду надавали. Чувствую, блядь, от гриппа сейчас сдохну, блядь. Сдох. Какая-то хуйня там на меня навалили. Ох, сколько там долбоебов, блядь, на ньютонах. Вы посмотрите, блядь, ньютона взяли долбоебы. Не, я к тому, что я тоже ньютона взял. Я к тому, что им надо базы бегать забирать, а они в ньютонах сидят. Они сейчас просто по маякам проебут. Подъем, блядь! Смотрите, как. Раз, два, три, блядь, приехали. Приплыли, блядь. Все, просрали, профукали, проебали.
на своих ньютонах. Лапухи, ёкарный бабай, вот придурки. Млям 800, второе место, господа, второе. А луп пиздрение проиграли, проиграли. Луп пиздрение. Тарам-пам-пам. Сейчас, в принципе, блин, пойду уборец прошу. Пауза. Ну, короче, ребят, посмотрел, значит, по изменениям по балансу. Минус 20% будет урона вот этого вот вооружения. То есть, по сути, можно его не прокачивать. Да, да. Ну, Боря просто не дождался, что он мне там ответит. Ну, сам посмотрел, пошел, проявил, как говорится, инициативу, откинул лень. И вот узнал. Ну, а у нас выпадает 500 деталей Шенлоу, ребята. Много, да, существенно чувствуется. Чувствуется, много выпадает. У нас еще открывать 4 карточки. Но я думаю, что это будет, ребята, в следующем видеоролике. Ну, а сейчас спасибо всем большое за просмотр, за прожим лайка. Вот, за любой донат большое вам, ребята, спасибо. Очень поможете жить и снимать видеоролики специально для вас. Прям держать братух в тонусе. Ну а так, в принципе, здоровья всем. С вами был братуха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не лайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока!